Sir, what? Объект, то есть кирпич там, да, или еще что-то, что можно взять и поднять. Ни в коем случае его сразу трогать нельзя. Сначала на него нужно внимательно посмотреть. И если есть какие-то подозрения, ну, люди, которые, ну, не целенаправленно, да, вот, занимаются исследованиями, а просто пытаются там что-то привести в порядок. Служба саперная работает, то есть их можно спокойно вызвонить, сообщить им о подозрительном каком-нибудь объекте, и они приедут это дело засмотрят. Немцы делали лучше. Они заливали это дело в гудрон. И немецкие мины рабочие до сих пор. Товарищ ректор, экспедиция острова Рибов для приветствия построена. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ ректор! Как построение? Во-первых, тем, что это рубеж геополитический, государственный и культурологический рубеж, так скажем, между русским миром и германским. Что это может быть? Окоп, траншея, дот, или когда увидите какие-то сооружения непонятные в поле, а это, оказывается, был бывший аэродром, построенный здесь, а на озере на Литовском гидроаэродром, когда увидите, спуск идет почему-то, какой-то бетонный уходит в воду, туда. И в плане вот историческом, и в плане оборонительного строительства, возможно, на территории России современной больше нет другого места, где было бы такое скопление объектов вот этих военных оборонительного характера. И очень может быть, что вы найдете многие такие объекты, о которых никто до сих пор не знает. Потому что не все, например, в архиве еще просто посмотрел, тот же Артем. И далеко не все знает местное население. Когда строительство шло, местное население не привлекалось. Оно считалось неблагонадежным. Это было финское, по населению это были финны здесь жили. К ним относилась власть так подозрительно. С 13 века, после того, как сначала датчане, затем немцы в лице немецкого ордена, он же Тевтонский орден, а затем его филиала здесь, в Прибалтике, в Ливонии, Ливонского ордена, заняли территорию нынешней Эстонии, Латвии, основали сначала датчане город Ревель в начале 13 века, 1217 год, а примерно в 1223 году подошли на уровень реки Нарова. Но вы посмотрите из Ивангорода на Нарову, и вы увидите, что несмотря на то, что в течение 300 лет это был один город, с 1640-х годов до 1945-го лета, 300 лет это был один город. Шведы когда-то объединили, и так оставалось в рамках Российской империи, потом Советского Союза. Так вот, несмотря на все вот это существование в течение 300 лет в рамках одного города, вы видите четкую разницу. Кстати, сочетание
и противостояние этих двух крепостей, и говорят, что в мире больше нигде нет, чтобы на полет стрелы существовали две рядом противостоящие крепости. И вот они по характеру даже разные. А если вы пойдете в Нарву, то увидите, все-таки, несмотря на то, что там живет 90 с лишним процентов русского населения, а вот этот культурный пласт, он другой. Накануне Ливонской войны, она началась через год, в 58 году, Иван IV, это внук Ивана III, первый русский царь, Грозный, знаете, да, Иван Грозный, дает приказ построить вот здесь, в устье реки Нарвы, где в нее впадает река Рассонь, поставить город для корабельного пристанища. И не смог этот город стать противовесом Нарве. Все равно иностранные купцы предпочитают торговать в Нарве. 23 года именно Нарва – это главный русский порт. Затем поражение в Ливонской войне, и эти территории теряются. Теряется не только Нарва, теряется Ваньгород, нынешний город Кингисеппьян, и вообще вот эта вся территория. Петр I начинает Северную войну, в 1700 году, именно с этих мест. Он идет на Нарву. Вот моя гипотеза, я когда-то ее выдвинул, и статьи мои есть о том, что он шел в Нарву именно для того, чтобы там сделать морскую столицу. Не в Санкт-Петербурге должна была быть морская столица. Города вообще не строили, города брали. И по всем документам у Петра идет установка. Добыть, получить, взять, отвоевать, но не построить. Советское правительство, ленинское тогда еще, считает, что флот новой Советской России не нужен. Почему? Потому что ставка делается на Красную Армию, потому что в повестке дня стоит мировая революция. Но к концу 20-х годов становится ясно, нет и не было никогда в истории державы, которая бы не имела морского флота. Вот здесь рядом остров Сескар, Охотинского полуострова, 25 километров. Это финский остров, эти территории уходят в Финляндию. И акватория Финского залива, которая принадлежит Советской России, совсем маленькая. Конечная точка взятия здесь вот Мужская губа и Курбыльский полуостров. Здесь Мужская губа и база, которая строится, именно предназначается для первых кораблей, для стоянки. База называется по документам «Ручьи». Строилась как самая большая военно-морская база Советского Союза. В то время Балтийский флот продолжал быть главным флотом страны. Ни Тихоокеанский, ни Северный, только его стали создавать, не Черноморский, именно здесь. И уникальность еще в том, что впервые, кажется, в советском и вообще в российском портостроении гавань главную под крейсера и линкоры выкапывают насухо. Одновременно на берегу строится жилой поселок, который должен превратиться в город. Называется все это строительство 200. Было заготовлено имя будущему новому морскому городу. Комсомолец на Балтике он должен был называться. Ну, когда уже его построили. Построен должен был быть к 43-му году. Назвали вторым Кронштадтом. Моряки называли Кронштадт 2, но здесь, кого вы не спросите, все знают, все вам скажут второй Кронштадт. Спросите, где второй Кронштадт, он сразу покажет. Но нигде в литературе, вот еще 10 лет назад, этого не присутствовало. 39-й год, Финская война, отсюда идут десанты наши на захват островов того же Сескара, он финский. Дальше Лавинсари, ныне мощный. Вот шло отсюда из Лужской губы. А в 40-м году присоединение Прибалтики. И вот тогда часть строительства замораживается в Лужской губе и переносится все на Прибалтику. Опять кажется, что это навсегда. Ну там более выгодно. Ну действительно, и глубины лучше, и замерзает позже, и оттаивает раньше. Ну вот все здорово, опять повезло. Но 41-й год, война. Когда немцы уже подходят к Таллину, то командование военно-морское Балтийского флота ставит вопрос о переводе всех сил флота сюда, в Лужскую губу, флагманского командного пункта и самые крупные корабли. Но командование северо-западного направления, куда входил Северный фронт, ставший потом Ленинградским, в лице Ворошилова не согласно на это предложение, не дает согласия. И в конечном итоге, когда немцы берут уже Таллин, только тогда поступает приказ эвакуировать флот. Флот должен был перейти сюда, в Лужскую губу. Он переходит уже туда дальше, в Кронштадт-Ленинград, по пути теряет 50 с лишним кораблей. В целом потеряет, это вы найдете, наверное, таллинский, можете в интернете задать, таллинский переход. Страшнейшая трагедия нашего флота, вообще нашей страны. Мы до сих пор даже не знаем данные. Минимальное количество потерь 12 тысяч человек. От 12 до 16, такие цифры варьируют. Моряки
военные, раненые, которых эвакуировали на судах, часть гражданского населения. Эти люди попали под удар немецкой авиации, и защиты никакой не было. Почему? Потому что буквально за два дня до этого, вот здесь, с Кургольского полуострова, был эвакуирован туда, на восток, последний наш самый вот западный аэродром Слиповского озера. Вот эти самолеты, это были истребители, они могли прикрыть Таллинский переход и не дать немецким самолетам бомбить наши суда. Их перевели на восток, и корабли оказались без прикрытия. Вот тут гибли эти суда, в конечном итоге погибло больше 100, включая те, которые были потоплены в Таллине. Когда суда проходили мимо, то моряки и все те, кто находился на этих кораблях, могли видеть большой пожар, 2,5 километра в Лужской губе. Это горел второй Кронштадт, потому что была установка, которая пришла из Москвы, ничего не оставлять врагу. Все объекты были взорваны, каменные, деревянные уничтожены. Был полностью уничтожен деревянный жилой городок. Кстати, очень деревянный, кажется, это такое что-то старое деревенское. Ничего подобного. Это были шикарные дома финской архитектуры на 8 квартир, замечательные, с балконами и так далее, с отоплением, с канализацией, с водопроводом. Например, город Кингисепп, ныне районный город, да, центр, не имел ни канализации, ни водопровода в то время. Это такой вот еще старого типа был город. Не имела сухопутной обороны. Вот, можете себе представить. То есть все ждали, что придут корабли, от противника мы на море защитимся. А суши не было. Только 18 августа появился приказ командира военно-морской базы Ручьи 2-го Кронштадта о строительстве оборонительных сооружений. В это время немцы взяли Кингисепп. Тут идти один-два дня бросок. Только начинаются строительные эти работы. Конечно, ничего не успели. Поэтому приказ был взорвать. И получалась парадоксальная ситуация, что наши войска удерживали немцев в районе Косколова только для того, чтобы саперы подорвали все объекты. Одна из крупных компаний выкупила территорию, вот та, которая примыкает, береговая территория, к главной гавани, вот этой, под линкоры и крейсера, которые строились. И они стали углублять акваторию. Они запустили туда драгу, это знаете, да, землечерпалка, чтобы углубить фарватер. И ее сломали. Почему? А потому что они наткнулись на рельсы под водой. И вот здесь у нас, в Лужской губе, возможно, единственное место в мире, где была подводная железная дорога, так сказать. Была проведена железная дорога, чтобы вагонетками грунт вывозить. И когда отступали, то это все так и осталось. Включая с вагонетками и паровозом даже. Говорят, военные там сфотографировали, у меня есть один снимок подводный. Похоже, что и паровоз там лежит. Подошли наши эсминцы через несколько дней и ударами торпед разрушили перемычку, ограждавшую выкопанную наполовину. Она была выкопана, там где-то 12 метров, где-то 6 еще было. Вот эту гавань разрушили перемычку, вода хлынула и все это залило. А на 44-м наши войска наступают. Загоняют немцев за Нарову, и вот здесь, вот те объекты, которые вы сейчас тут видите, вот многие траншеи, да, вот, многие из них были выкопаны именно в 1944 году. Установка была, Сталин сказал, взять 17 февраля, а взяли Нарову только 26 июля. И полгода здесь шло сражение, самое кровопролитное сражение 1944 года, самое долгое. И с самой большой концентрацией войск на отдельном участке фронта. Ой. На 50 километрах фронта. Здесь было и с нашей, и с немецкой стороны больше всего дивизий. И вот тогда вот здесь, опасаясь немецких десантов, была выкопана целая серия вот этих траншей и окопов, потому что возникла опасность. А вот здесь, на море, немцы ставили мины, наши их разминировали, ставили свои. В конечном итоге, когда Нарва уже была взята, оказалось, что в Финском заливе около 70 тысяч морских мин. Представляете? В одном Нарвском заливе больше 30. И вот здесь началась работа минеров. До 1952 года наши минеры разминировали Нарвский залив. Вообще немецкие мины были настолько уникальные и мощные, что вот мало кто знает, что в октябре 1945 года, после войны, уже флагман Балтийского флота, крейсер «Киров», был такой, проживший благополучно всю войну, в мирное время, и подрывается на морской донной мине, который лежал на глубине 21 метр. Наши тральщики давно все уже отутюжили. Вроде, ну все чисто, и он подрывается.
А знаете, какие у немцев были мины? Настолько было придумано всяких хитростей, например, мина на кратность. Вот один раз прошло судно, нормально, второй, третий, пятый, десятый, а на одиннадцатый срабатывает механизм, она взрывается. Какой-то такой донный мини был подорван этот корабль. Он год стоял в ремонте. Если бы это было во время войны, он бы погиб, потому что его просто бы уничтожили. У него заклинило все башни, все 9 пушек просто стали небоеспособны. Корабль стал небоеспособным. А настолько оказался опасным вот эта территория моря, Финского залива. И все это связано с историей вот этого края, где вы сейчас находитесь. Ну, стали выкапывать вот эту гавань экскаваторами и вручную часть. Ну, были немецкие экскаваторы, по-моему, около 20 штук было. И вот видите, вот это осталось, это волнолом строили. Вот из тех массивов, которые мы говорили, туда потом оттаскивали их. И ну, все оказалось вот недоделано, это когда было достроено, затоплено потом. Только вот сегодня тут формировался флот Рыбаловского колхоза «Балтика». И проход был, несмотря на то, что такая широкая вроде бы гавань большая, проход был очень узкий, потому что тот же пункт, который бил, он так и остался забит. И если мы, например, не знаю, пошли бы, просто напоролили бы его, пробили бы днище. 50% наших кораблей Балтийского флота погибло во время войны на минах. То есть насколько вот эта минная опасность была серьезной. Такое масштабное строительство, такая высокая концентрация объектов, принято решение делать ставку на легкий флот, а также на легкий флот, который был бы поддержан мощными батареями, мощными сооружениями объектов береговой обороны. Речь идет не просто об узкой полоске побережья, а по сути о углублении в материковую часть где-то на 25-30 километров. Даже вот в районе Копорья, где вы знаете, наверное, очень известная древнерусская крепость до сих пор сохранилась, даже там были объекты Балтийского флота именно, да, в частности аэродромы. И вот это что происходило непосредственно здесь? Ну, надо сказать, что Курганский полуостров еще в царское время был исследован военными рекогносцировщиками, но тогда отношение к этой территории было немножко прохладное. Действительно, Прибалтика в этом плане предоставляла куда больше возможностей. Полуостров был, как бы так, немножко оторван от материковой части. Здесь была всегда очень плохая инфраструктура, в частности, дороги, например. Даже в отчетах военных рекогносцировщиков указывают, что северная часть Курганского полуострова, она очень плоха с точки зрения возможности высадки десанта. То есть как будто бы сама природа позаботилась о том, чтобы сделать этот уголок в какой-то мере неприступным для вот такого активного человеческого вмешательства. Наступают реалии совершенно иные. Где-то нужно строить и базы флота, и объекты, которые защищают российскую территорию с берега. И, естественно, в 1929-1928 и особенно в 1929 году проводятся масштабнейшие военные рекогносцировки всего побережья. Мало того, оказалось совершенно неожиданно, что и с точки зрения размещения стоянок баз торпедных катеров, с точки зрения размещения базы гидроавиации, с точки зрения размещения стационарных артиллерийских батарей, вот все это в совокупности заставило военных экспертов по-другому посмотреть на возможности полуострова. Очень тяжело здесь устанавливалась советская власть. Вот мы делали еще один материал, еще одну статью вот для сборника, и как раз вот даже в скупых строчках архивных документов видно, насколько непросто приходилось здесь укреплять авторитет советской власти, потому что местное население зачастую очень, скажем так, с большой осторожностью, скажем так, относилось к вот этим вот происходящим событиям. И действительно, по этой причине местные жители, вот, по причине своего рода такой политической нелояльности, к строительству военных объектов на полуострове практически не привлекались. Строительство шло либо хозяйственным способом силами воинских частей Балтийского флота, либо привлекались специализированные организации, по примеру, вот, Октябрьской железной дороги или там, управления дорожного шоссейного строительства. В середине 30-х годов это еще и время активного перевооружения армии и флота. И вот в 35-36 годах и в феврале 36 года составляется тактико-техническое задание на строительство уже совершенно новой модернизированной артиллерийской батареи, которую, во-первых, должны были поставить уже на, скажем так, прочную основу, то есть не просто поставить орудие, а сформировать целую инфраструктуру артиллерийской батареи. Планировалось возвести и казарменный городок, планировалось обустроить специальные артиллерийские погреба. Но поставлено 4 новых орудия, дальность стрельбы которых увеличилась вдвое, то есть они били примерно 25 километров и уже фактически могли покрывать уже очень серьезные расстояния и контролировать проливы, через которые, вот через Курганский риф, проход к Лужской дубе с западной части. Но вот представьте себе, что сюда, в нашу заповедную Груш, медленно по мосту переползали составы из полутора десятков вагонов, которые тянули за собой вот таких настоящих гигантов, а к ним еще вагоны обеспечения, там,
просто один транспортер везли, а вагоны, там, силовые станции, оттуда, как говорится, выполняли свои боевые задачи. Сегодня, если вы посмотрите, остались остатки железнодорожного моста, по которому осуществлялся этот переход. Этот мост был на деревянных сваях, перекрытый металлическими фермами. И не было на ней, как таковых, в привычном нам понимании, станций, были разъезды. Станции были только две, это станция Услуга, как бы в основании дороги, и станция Хамолова, которая находилась совсем близко вот отсюда, прямо у побережья Белого озера. Много мест у нас в Ленинградской области, где бы в таком количестве сохранились булыжные мостовые военного назначения, но вот одна из них, как говорится, пережила все лихолетия 20 века, и хотя сегодня вот автомобилистов она скорее, может быть, в большей степени немножко раздражает, потому что ну, как-то по асфальту приятнее ехать. Тем не менее, в полной мере дорога может считаться памятником военного строительства, военно-инженерного мысли, военного строительства 30-х годов. Здесь шло активное военное строительство не только по линии Балтийского флота, но и по линии Ленинградского военного округа. Первоначально ориентировались на то, что дорога будет построена до конца 1936 года, но, как уже я говорил, здесь ничего вовремя практически не строилось. Ввели 700 заключенных, к ним добавили еще 200 человек вольно-наемного состава. И вот только уже в таком усиленном составе дорогу удалось сдать в эксплуатацию к ноябрю 1938 года. Вот, кстати сказать, пока, если брать объекты Курбельского полуострова, это единственный, наверное, военный объект, где действительно документально, вот, на основании уже на уровне архивных материалов, удалось доказать использование труда заключенных. Другие объекты, как я говорил, строились либо хозяйственным способом, самих воинских частей, строительными управлениями, либо вот при привлечении специальных организаций. Поэтому, если вы сегодня будете проезжать полуостров, вы увидите, что от основной дороги куда-то уходит мощенная дорога влево или вправо, скорее всего, это означает, что в конце этой дороги когда-то располагался какой-то очень важный военный объект. Что, как говорится, поскольку база в ручьях требовала еще и противовоздушного прикрытия от налетов авиации, на Курбельском полуострове появились два аэродрома. Причем у них между собой очень много общего. Ну, например, они были построены примерно одно время, и их строительство шло фактически до 40-го года. Это были оба постоянных аэродрома. Иными словами, на этих аэродромах постоянно базировались летные части. Примерно такие самолеты к тому моменту и находились. Такими самолетами, истребителями Советский Союз встречал Советско-финскую войну, ну и, в общем, вступал в Великую Отечественную войну. Базировались гидросамолеты, так называемые МБР-2, морской ближний разведчик 2. То есть, иными словами, это был морской разведывательный авиаотряд, хотя такие самолеты могли использоваться и для ведения непосредственно боевых действий, то есть не только для разведки, но и, скажем, для бомбардировок. Вообще на гидроавиацию делалась достаточно серьезная ставка в 30-е годы. Вся акватория южного побережья, основные озера Кингисеппского района, все были оценены на предмет размещения гидроаэродромов, и целый ряд гидроаэродромов Балтийского флота здесь действительно был построен. Один из них вот на Курбельском полуострове, но, соответственно, вот такие примерно гидросамолеты и базировались до начала войны. Вот сегодня, если обследовать действительно ближайшие леса, можно опытным глазом, опять-таки, найти немало свидетельств вот этого вот масштабного строительства 30-х годов. На пути изучения архивных документов у нас еще предстоит немало интересных открытий, которыми, в общем, мы, наверное, будем готовы поделиться всегда. Thank you.
насколько, по вашему мнению, важна ли их работа, вот такие экспедиции, организаторы, кто вот это все делает, нужно ли нам это? Или, может быть, все-таки это, пускай историки занимаются этим, а ребята нет? Или вот как вы думаете, нужно ли это? Я думаю, что это обязательно нужно, и знаете почему? Вот по нескольким моментам. Первый момент. Часто у нас историки, коллеги мои говорят, люди не знают историю. Но проблема зачастую не в людях, а в самих историках. Во-первых, подавляющее большинство научной литературы написаны очень трудным академическим языком. То есть полно книг, которые очень правильные, очень умные, но они тяжелы для восприятия неподготовленного человека. А все-таки люди, которые интересуются историей, как бы, знаете, есть круги историков, да, есть профессиональные историки, есть люди, которые интересуются историей, есть люди, которые так все-таки что-то хотят знать, как бы несколько кругов. И потом надо рассчитывать на них. Их большинство, безусловно. А научная сфера, она достаточно узкая. Вот мы, если мы хотим, чтобы люди знали, и та же молодежь, историю, то, безусловно, их нужно привлекать к этой истории, да? Рассказывать им об этом, писать об этом. Первое. Второе. Когда они не просто сторонние наблюдатели, а когда они участники некого исторического процесса или участники вот такой экспедиции, которая в поисках следов исторического процесса, который был, да, то они все-таки воспринимают это по-другому. Можно слушать, можно там издалека что-то смотреть, видеть, но когда вы потрогали своими собственными руками эту землю, да, там прислонились к стене дота, увидели какой-то еще объект, подняли какие-то гильзы, как мы в детстве Кингисеппе, например, все это видели и трогали своими руками, и выкопали там вплоть до оружия, то ты чувствуешь некую сопричастность к тому прошлому, которое вроде далеко уже ушло, но через эти предметы, которые остались, ты вот чувствуешь, что ты как бы, ну, общаешься, да, не разговариваешь, но общаешься с теми людьми, которых уже нет. Вот которые строили этот объект военный, которые защищали его, погибли здесь. И это намного более сильно эмоционально, и это остается на всю жизнь, зачастую в памяти. Вот какой-нибудь предмет, найденный человеком, не занимающийся даже историей, ну вот он что-то вдруг такое нашел совершенно случайно, вот поверьте, ему запомнится. Это еще один момент. И третий момент, это то, что если эти ребята действительно нацелены на поиск, то ведь они могут найти то, что, например, историки не знают до сих пор. Вот мы занимаемся историей края, да? А можем просто не знать, потому что в документах это либо не отразилось, либо документы, в которых было отражено, не сохранились, либо они просто еще пока не в доступе, что можно их найти. Но люди могут наткнуться на какой-то объект, который не нанесен на картах, а работая тоже с документами, не встречались, не сталкивались, потому что дел полно, папок полно, фондов полно, можно проходить мимо годами. И вдруг что-то нашли. И то, что нигде вроде бы не отмечено. Так вот, они просто могут быть первооткрыватели. Когда не из литературы, а от места, узнав вот это понятие, услышав его, вернее, второй Кронштадт, я стал разыскивать, что же это было на самом деле, о каком втором Кронштадте идет речь. И вот именно через вот эту находку я вышел на эту тему. Понимаете? Так вот эти ребята, они могут вдруг что-то такое найти, еще услышать кого-то из местных жителей, то, что мы не знаем, даже занимаясь этими темами, исследуя военную историю Лужской губы, Нарвского залива, Коргольского полуострова и Солнечного. Можем не знать, а ребята могут найти. И можно вот тянуть за эту ниточку и выйти на какие-то совершенно другие пласты истории нашего края. А, в общем-то, на пласты истории нашей страны неизвестны нам до сих пор. Тебе снится крейсер «Аврора», час, когда утро встает над Невой. Что тебе снится крейсер «Аврора», час, когда утро встает над Невой? Рыбы их тоже чем-то похожи, чем-то похожи на судьбы людей. Судьбы их